Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить пасту с фаршем и овощами. Для этого нам понадобится 500 грамм спагетти с твердых сортов пшеницы, 2 луковицы крупных порезанных, 400 грамм любого фарша, 2 морковки порезанных соломкой, томаты сбитые в блендере, или просто можете порезать их кубиками, где-то грамм 300, 3-4 больших томата, соль, перец, постное масло для обжарки и любая приправа, которая вам нравится, можете не добавлять, можете только соль и перец использовать. Сейчас мы будем обжаривать наши овощи. Мы разогрели сковороду с маслом, теперь мы будем делать заправку к нашей пасте. Сначала морковку мы бросаем, солим сразу же, чтобы морковка пустила сок и стала мягенькой. Перемешиваем. Закрываем крышечку и тушим на среднем огне где-то минут 5, помешивая. Потом будем добавлять лук. Ну вот, прошло 5 минут. Наша морковка немножко обжарилась. Я ее несколько раз мешала. Теперь добавляю лук. Перемешиваем. И также обжариваем еще около 5 минут, периодически помешивая. Закрываю крышкой. Пока наши овощи тушатся, я поставлю воду на спагетти. Такую большую кастрюлю. Чуть-чуть больше половины воды. Закрываю крышкой и ждем, пока вода закипит. Ну вот, прошло 5 минут. Наши овощи я несколько раз мешала. Добавила чайную ложку приправы. Вы можете добавить любую приправу, которая вам нравится. Кто-то любит больше перченые, кто-то больше трав. То есть на ваш вкус. Теперь мы добавим фарш. Итак, перемешиваем. С фаршем мы также будем тушить около 5 минут, периодически помешивая. А потом будем добавлять томаты. Вот сейчас фарш пустит сок. Закрываем крышкой, тушим около 5 минут, периодически помешивая. Прошло 5 минут, фарш с овощами протушился, добавляем томаты. Перемешиваем. Ставим медленный огонь, уменьшаем, закрываем крышкой и тушим от 5 до 10 минут. Ну вот, наша заправка пока тушится, водичка у нас уже закипела. Добавляем пол чайной ложки, столовой ложки соли.
Вот она кипит. И будем отваривать спагетти. Вот так мы его ложим. Сейчас оно станет внизу мягеньким и опустится всю воду. Таким образом. Вот так. Вот оно уже начинает опускаться. Спагетти мы будем варить в зависимости, какой у вас. Смотрите на упаковке. У меня на упаковке было написано от 5 до 7 минут. То есть я его буду варить минут 5, чтобы не переварить. У вас может на упаковке быть написано от 7 до 10. Это зависит от спагетти, какое оно. Вот. Ставим на медленный огонь. Я буду варить 5 минут. Вы же смотрите, как у вас написано на упаковке. Закрываю крышечкой, немножко ее открываю. Будем варить. Ну вот, наша спагетти сварилась. Воду я слила. Промывать не обязательно. Теперь будем добавлять заправку. Заправки у нас много, поэтому наша паста получится очень сочной. Теперь перемешиваем, хорошо перемешиваем. И наша паста готова. Очень ароматная, запах просто восхитительный. Вот мы нашу пасту перемешали хорошо в кастрюле и выложили на тарелочку. Она получилась очень сочная, ароматная. Можете подавать ее со свежими овощами, а можете без, потому что тут уже достаточно овощей. Приятного всем аппетита!